Друзья, перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал, ссылка на который находится в описании под этим роликом. Заходите, смотрите, у нас много интересных новостей. Сегодня к нам пришла, к сожалению, очередная трагическая новость. Нам сообщили, что великий российский актер Вахтанг Кикабидзе серьезно болен. Поэтому, скорее всего, его нигде не видно в последнее время. Он не ведет страницы в социальных сетях, он не снимается в фильмах, он практически нигде не выступает. Буквально несколько дней назад, после полного обследования, так как он часто жаловался на головные боли, у Вахтанга Кикабидзе была обнаружена тяжелая болезнь. Какая именно, пока не говорится, так как это врачебная тайна. Также, насколько нам известно, ему рекомендовано провести полное обследование и лечение за границей, так как в России медицина против этой болезни бессильна. Давайте, друзья, поддержим нашего любимого актера. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Поддержите нас, друзья, подпишитесь на наш канал, ведь то, что мы делаем только для вас. На нашем канале каждое утро выходят свежие выпуски. Заходите к нам в гости и смотрите свежие новости. Ну а мы с вами не прощаемся, мы лишь говорим вам до скорых встреч на нашем YouTube канале, друзья.